Всем привет, это Free Studio 21 .com. Продолжаем Enterprise Intermediate. И у нас дальше Language Development. И на этот раз будет озвучка, дабы можно было послушать, как бы живой язык, и вроде бы как что-то из него даже понять. Итак, меня интересует упражнение пятое. Здесь у нас по озвучке будет, ну, что-то типа, даже не знаю, как сказать, репортаж, что ли, какой-то в новостях о чем-то там. Ну и надо будет написать свое, своими словами. По большому счету переговорить все то, что говорили в озвучке. Итак, для начала разберемся со словами. У нас будет что-то о какой-то э, катастрофе. Ага, судно разбилось, что ли. Итак, первое слово. Shipwreck. Потерпеть кораблекрушение. Это действие у нас. Далее второе. Crew members. Ну, члены команды. Можно просто сказать crew, этого достаточно, это команда. Но здесь именно crew members, видимо, это важно. Не знаю, сейчас будем слушать. Члены экипажа. Далее swim ashore. Доплыть до берега. Здесь не о судне идет речь, здесь идет речь о людях. То есть вот это ashore, это на берег. То есть выплыть на берег, скажем так. Далее rescue, это спасать. И далее у нас lifeboat crew – это экипаж спасательного судна или спасательной шлюпки. И далее missing – пропавший без вести или просто пропавший. То есть, если дословно, человека не хватает. Все есть, а одного не хватает, допустим, он пропавший. Sink – это, собственно, потонуть. Кстати, это неправильный глагол. Sink, sank, sank. Далее, survivors. Это слово у нас уже где-то было. Выжившие. Далее, hit. Это попасть или ударить. Непонятно, что это здесь. Видимо, попасть. Hit это универсальное такое слово. Каждый раз, когда попадаем в цель, попадаем куда-то, достигаем чего-то и ударяем, собственно говоря, во что-то, это все будет hit. Bad Weather без комментариев. sea Rescue. Команда команда спасателей с воздуха и на море, то есть у них и плавсредства есть, и какие-то вертолеты, самолеты, что-нибудь такое. Вот они спасают. И далее team это опять команда. Сейчас посмотрим, какая разница и есть ли она между crew и team. Так, ну а теперь запускаем озвучку и слушаем, о чем идет речь. A large British fishing boat, the Red Herring, was involved in a tragic shipwreck yesterday morning. The boat sank after hitting rocks off the south coast of England. Six of the boat's crew members managed to swim ashore and get help. A lifeboat team was sent out to search for the rest of the crew. The lifeboat crew later returned to shore after rescuing five survivors and reported that there were still three missing crew members. The boat was reported to have hit the rocks after running into bad weather. The survivors of the shipwreck have been taken to hospital in Southampton where they are recovering from the accident. Air and sea rescue teams are continuing to search for the missing crew members. Итак, нам можно просто переговорить все, что мы услышали, и это будет, в принципе, неплохое, неплохое, изложение. А можно, значит, взять и ответить на эти вопросы и таким образом как бы получить такое своего рода изложение. Итак, предложение первое. A British fishing boat. Я пишу по памяти все, что помню. Это не обязательно должно быть дословно. То есть британское рыбацкое судно. Обращаем внимание, что слово boat это лодка. Но лодка это не обязательно лодка, где надувная, в которой там два человека сидят. Это может быть вполне себе судно. С командой, и все как надо. И далее там было очень интересное выражение. Was involved. Было задействовано, если дословно. In. A и далее вроде бы tragic было или не было, не знаю. Но, ну, в общем, я его напишу. Но возьму в скобки. Я не помню, есть ли оно там shape Ага, здесь shape в отличие от того, что я написала в переводе, здесь я написала потерпеть кораблекрушение, но здесь может быть и существительное. И у нас как раз тот случай. То есть это просто было задействовано, дословно, было задействовано в трагическом корабле крушения. Мы так, естественно, не говорим. Мы говорим, потерпело корабле Можно ли было здесь сказать suffered a shipwreck? Можно, конечно, было бы так сказать. Но was involved, это звучит более официально, поскольку у нас новости, и это все так должно быть очень прилично и солидно. И далее, yesterday in the morning, вроде бы. Можно свериться с озвучкой. Озвучка будет по ссылке в описании видео, поэтому я не все пишу точно. Я пишу, что помню. What accident is described? Мы более-менее ответили. Далее второй вопрос. When did the accident happen? Тоже ответили, что утром вчера. А далее, where did the accident happen? Когда, где, точнее, где все это случилось? Итак, судно затонуло. The boat sank. Там было примерно так. Sink, sank, sank. Кстати, здесь в своем пересказе желательно использовать все те слова, которые у вас здесь в списке. Это как бы такие подсказки, дабы не запутаться и не сходить с ума, как будет то, как будет это и все такое. Итак, the boat sank после того, как налетел на камни или на скалы. After heading. Обращаем внимание, что у нас герундий стоит. В принципе, можно было сказать the boat sank after she hit the rocks. Это тоже было бы хорошо. Но after hitting как-то короче uh, The rocks и далее off. По-моему, там off было of the south coast of England. Итак, на вопрос, где мы ответили? Едем дальше. How many of the crew members managed to swim ashore? Ага. Сколько людей из команды или из экипажа смогли выбраться на берег? Ага, вот чего swim ashore у нас было в словах. Uh, swim ashore это выплыть на берег после аварии. И я точно помню, что это six, поэтому можно смело писать, что six of the boat crew members, или нет, boat там, по-моему, не было. Ладно, обойдемся. Six of the crew members. И я не буду вспоминать, что было в озвучке, я просто перефразирую вопрос. Тоже скажу managed. По-моему, в озвучке тоже было managed, но я не уверена. Managed to swim ashore. Далее следующий пятый вопрос. How many were rescued by the lifeboat team? Ага, вот к, к чему team относится. То есть скольких спасла команда спасателей на спасательном судне? Почему здесь стоит team, почему не стоит crew, допустим? Точно так же, как в предыдущем предложении. Ведь на судне тоже люди и все такое. Team это коллектив, это команда в более широком смысле слова кру это больше экипаж судна то есть сами моряки непосредственно и их офицеры а тим это когда там дополнительно кроме людей которые непосредственно судном управляют еще какие-то дополнительно люди есть которые там работают когда вот такая ситуация тогда у нас тим будет стоять итак how many were rescued by the lifeboat team там в озвучке, по-моему, еще было даже, что a lifeboat team was sent. Я напишу, я это помню, поэтому я напишу все, что помню. A lifeboat team was sent out. Это я тоже четко помню, что было sent out. И далее to search for the rest. Искать остальных. И далее and returned. Я даже напишу так, and then. И потом вернулись. Then returned. Rescuing. Здесь даже having rescued можно было бы поставить, но это уже по желанию. Я уже не хочу, не так длинно получается. Five men или five можно сказать survivors тоже как вариант. Далее шестое. How many are still missing? Ага. Сколько еще пропавших без вести осталось? Ну напишем так, что сообщается, что пропавшие без вести три, по-моему, трое. Three people were reported Поставим здесь complex subject. Я не помню, как они говорили в озвучке. То, что слово report там было, это точно, но все остальное я не помню. To be still missing. Самое главное передать суть. Не обязательно на память переговаривать всю озвучку. Едем дальше. What caused the accident? Что было причиной аварии? Так, что же там было то причиной аварии? Вроде. Ага, вот оно, Bad Weather. Там было bad weather. И, наверное, я опять поставлю complex subject. Так будет проще. Там было, по-моему, так. The boat was... Опять будет was reported. Будет повторение. Ну, да ладно, пусть будет. Was reported. Возможно, там другое слово было. Я сейчас не помню. И далее. Вот здесь точно можно перфект. И, по-моему, тоже в озвучке он там был. To have hit. Да, вроде бы так там было. To have hit the rocks. В принципе, то, чего было написано, по-моему, в первом или втором предложении. Да, the boat "singing after hitting the rocks". Но здесь мы немножко больше напишем и скажем "to have hit the rocks". Почему они налетели на камни? Ну, потому что была плохая погода after. И далее, по-моему, там было "running". Я не уверена, Но я напишу "sailing". Я точно не знаю, не помню точнее. Может быть "running". И далее "into" обязательно "into". Bad Whether. Следующая мысль. What action has been taken? Какие меры приняты? Ну, какие меры приняты? Ну, спасли всех или почти всех. Интересно, что ж там было-то? Вот поэтому озвучку желательно слушать не один раз, а дважды. Потому что пока доходим до конца, уже забываем, о чем была речь. Значит, так, какие меры были приняты? Не знаю, что написать. Там было про то, что их доставили в больницу. Наверное, эти меры имелось в виду. Ну да ладно, напишем. The survivors were taken to the hospital. Здесь везде passive voice, кстати, что характерно для подобных опусов. Там, по-моему, даже место какое-то указывалось, где этот хоспитал, но я его не помню. И, наверное, там продолжают... И, да, и точно, и там продолжают искать, поэтому дальше в то время как, напишем таким образом while. И вот там будет air and sea rescue, оно было в списке слов, и мы нигде его не использовали. Служба спасения, rescue team. И дальше is continuing, продолжает искать пропавших. И далее to search for the missing. В принципе, можно missing оставить как есть, и это будет как бы э, собирательным существительным. Тем более, Z поставили есть такой прием. Но если не, я не хочу по какой-то причине так обрывать свое предложение, тогда можно продолжить и сказать for the missing. Э, ну как, иначе, for the missing fisherman, Это, учитывая то, что это рыбацкое судно, или for the missing э, crew members. Вот. То есть по желанию пользователя. Можно это ставить, можно не ставить, как кому больше нравится. Вот такое получается как бы изложение, что ли, по вопросам э, озвучки. Довольно мало получается, ибо и озвучка это была не очень большая. Но даже это маленькая, вот этот маленький трек какой-то там несчастный на полминуты, и то его трудно запомнить весь сразу. Поэтому, э, если нет опыта слушания, надо слушать 2-3 раза тогда, все будет понятно и все будет услышано. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео, равно как ссылка на озвучку, равно как ссылка на все мои художества. Также в описании видео и равно как ссылка на весь плейлист по Enterprise Intermediate. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.